Пошли еще потаскаем. Ноет, стонет и скулит, устал нести пакеты с продуктами. Че стартанул-то? Меня-то подожди. Побежал. О, как домой хочет парень. Смотрите, что, унесся ведь. Ай, дурень. Боже, как хорошо в подъезде. 10 градусов, 5. 10. Нет, не 5, 10 градусов, а 15. Так, что? Письмо счастья. Вы выиграли 1 000 000 рублей. Угу, выиграла. Мебель, реклама. Ой, когда хоть мне придет какой-нибудь реально настоящий звонок или письмо, в котором будет написано ваш выигрыш 10 миллионов рублей. Я сразу куплю квартиру где-нибудь в центре Екатеринбурга и буду счастлива. Да, Альберт? А? Да, Альберт? Че? Ничего. Нет. Давай, двигай попой. Двигай телом. Он устал. Он капец как устал. Все, сейчас отдыхаем, кушаем и готовимся к завтрашнему дню. Я. Он-то, yeah. Он-то выходной, а я-то готовлюсь. Ну разве можем мы приехать из деревни без гостиницы? Без гостиницы. Короче, я, видимо, за эти выходные уже устала так, что мне даже язык не ворочается. Естественно, нам дали садово-огороднические плоды. Морковня. Но она сырая, прошлогодняя, поэтому надо сейчас ее обработать, вымыть, положить, высушить. Ну и куда-нибудь ее уже использовать. Нет, я, наверное, зря так делаю. Я сейчас лучше прямо в пакет, наверное, воду буду лить. Да? Да-да. Теперь это все надо обработать, почистить, потереть и заморозить. Вот так. Это пироженка в руках у меня. Кусочками и натерли 2 пакета. Отличненько. На Урале аномальная жара. 37 градусов. Поэтому я иду на тренировку вот в таком виде. Так, как показать-то? Я одела просто топик. Без футболок. И шорты. Комбинезон. Не знаю, кто у меня придет сегодня. Одна уже отказалась в такую жару тренироваться. Посмотрим. Главное, чтобы пришли хоть даже 5 человек. И то хорошо. Как вы думаете, что это? Догадайтесь с одного раза. Ну, конечно, опять. Удалю нафиг приложение. Удалю нафиг. Это висит у меня. Не убираю я его в шкаф, но... Короче, у нас там 37 плюс. Ой, господи, чуть не подавилась собственными слюнями. Там, короче, плюс 37, завтра 40, и поэтому это самый лучший вариант, чтобы не вспотеть и не перегреться. Поэтому оно у меня висит здесь постоянно. Так, Валберис, в очередной раз. Раз, два и три. Пошли смотреть. Носки. 10 пар. Белые. Почему взяла 10? Потому что у Альберта носки горят. Потому что он бьет свои носки. Я не знаю, куда он их девает. Но постоянно он мне говорит: мама, нет носок. Мама, нет носок. Купи мне носки. Вот. Поэтому я взяла 10 пар. 36-41 размер. И мне подойдут. И Альберту подойдут. Я обожаю белые.
А ему он, ну, пусть носит и не жалко выбросить. Почему не жалко? Потому что 10 пар стоят 300, по-моему, 20 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, не дороже 350. Я когда увидела, я решила, что я лучше куплю 10 пар, там, пара по 30 рублей, чем я буду отдельно покупать каждую пару, там, по 60-70. Вот. Реально не жалко выбросить. Ну, ничего так, качество. Обычные. Хлопок лайкра. Больше хлопок. ХБшные. Я люблю беленькие. Так, дальше. Это носочки мне и Альберту. Тебе купила? Что тебе купила? Давайте вот этой коробочке посмотрим, что. В общем, нет, не стала она рисковать в нее залезать. Хотела ее заснять, как она в нее полезет. Открываем. Как и не похлопать. Боже, какой это кайф. Какая же это медитация все-таки. Вы смотрите, какая милота. Вы смотрите, какая милота. Боже мой. Это что-то. Это вообще что-то неописуемое. Все, как я люблю. Ангелы и Божья коровка. Так, еще одна покупочка. Как бы мне ее вскрыть? Упакована, конечно, вообще на совесть. Ничего себе. Это что? Это что? Перчатки в подарок? Я их не прорезала, но ножницами интересно. Так, ладно. Перчатки это позже. Мне вот это важнее. Это ж надо так упаковать, как будто бы здесь стекло. Здесь просто картонная коробка. Ужас. Это вот та самая краска для волос, которую я пользуюсь. Но после нее я пользовалась пару раз совершенно другой краской, потому что ее не было у нас в магазинах. И я покупала какую-то другую, вообще левую. Цвет Тициан. Он такой ярко-ярко-рыжий с легким красноватым оттенком. Ну, мне он очень нравится, и он мне очень идет. Вот. Вот я его нашла на Валбрис. И помимо того, что там перчатки в наборе, мне положили, смотрите, какие гламурные розовые перчаточки. У меня есть ощущение, что я их прорезала, потому что я когда пыталась вскрыть вот эту упаковку толстенную, вы видели, что я резала ножницами, да? Ну ладно, прорезала, не жалко. Но то, что в подарочек положили, уже приятненько. Ну все, в принципе, на сегодня это у меня все. Нет, не прорезала, целые.
розовенькие. Как-то в основном-то ведь голубые медицинские перчатки, а тут прям розовенькие, гламурненькие. Не все, я думала, все. Это мне подарочек от одной из моих клиенток. Она вяжет мочалки. И тут она выложила ВКонтакте себе в ленте, что продаю мочалку. Я когда эту мочалку видела, я сразу в комментариях написала, хочу я эту мочалку, несите мне ее, я куплю сколько. Она мне пишет, я вам ее подарю. Я такая, конечно, поаплодировала, спасибо огромное. Но смысл в чем? Почему я захотела эту мочалку? Потому что это эмблема моей группы детского фитнеса. Букашки. Это что-то вообще с чем-то. Вот она. Что-то меня на божьих коровок в последнее время поет. Ну, согласитесь, что она очень милая. Она прям вообще милая. Крылышки такие у нее. Вот такая вот красота. Оставлю, унесу в студию, оставлю там где-нибудь, повешаю. Будет это наша, как эмблемка. Вот. Ну и все. Глаза сонные, уставшие. Ждем Артема с работы. И хорош спать. Настроение на нуле, но я держусь. Опять на работе. Мы идем за телефоном, за новым. То ли погода еще, вот это жаркое, 30 с лишним градусов. Упал. Кто упал? Ой, а что это она? На ступеньках подскользнулась. Где-то он упал. Надо же. Короче, не знаю, настроение как-то так. Ну и с утра руководство испортило его. Я надеюсь, сейчас мы... Ага, на пакет с продуктами... Я надеюсь, мы сейчас получим хороший телефон. Ни разу не заказывала технику. Он так его же не разбитый. Нет, я имею в виду не бракованный никакой. Да. И все будет хорошо. Я лучше подержу. Не вижу. Можно там было как раз. Вот тут сверху, да. Не. Вот вы так бывает, а я его закрываю. Ага. Что-то даже без этой, без пупырки. Коробка целая. Это уже радует. Меня не радует то, что без пупырки. Ангела привезли вчера, он весь пупыркой обмотанный. Ну, хрупкая она. А тут, ну извините тут меня, техника, которая стоит не один, не одну тысячу. Там же все в флярке, там все он лежит. Ну ладно, сейчас. Вдох-выдох, я просто переживаю. Вы можете дома проверять, он все равно невозвратный. Ну, то есть только через заявку выбрали. Это правильно у вас? А? Это правильно? Это да. Угу. Здравствуйте. Это самое приятное. Включай, полностью проверяй все. Тут не царапин. Тут чехол где-то лежит, должен держать. Ты сначала его включи, проверь. Да нифига, он большой. Угу. Все, прошла оплата. Пожалуйста. Вот чехол. Я просто переживаю, одно дело купить в магазине, да? Другое дело... О, защитное стекло. Ну, как бы заказывают телефоны, да? Да.
Работает. Много заказывают. Много заказывают? 82%. Смотрите, классно. Ну все целое, да, включился, все нормально. Ну все. Ну все, складывай обратно. Okay. Зарядка. Больше, чем у меня, по-моему, да? Она на сколько? На 33 ватт, по-моему, она. Да, она на 33 ватт. Ладно, все, я спокойно. Телефон где-то за час заряжается. Несет, как драгоценность, свою модель круче, чем у меня. Уже у хвастается. У меня модель круче, чем у тебя на одну. У тебя 19, у меня 20. Сейчас у всех техно будет этот телефон. У меня 256 гигабайт памяти, у тебя 128. У тебя 8 гигабайт оперативной памяти плюс расширение 3. 4, 3. А у меня 8 плюс расширение 8. У меня 16. У меня камера 64 мегапикселя, тебе 50. Перекачивает все приложения, надо. Идет и хвастается, хвастается. Вроде как подарок, а на какой праздник, непонятно. Теперь ты будешь блогером. Ладно. Конечно, на свой новый телефон, хотя качество камеры-то совсем другое. Там на 16 пикселей больше. Он не может успокоиться, говорит и говорит, говорит и говорит, хочет скорее быстрее начать пользоваться. Мне жарко. Мне тоже. У меня такое ощущение, что сегодня даже в подъезде не так прохладно, как было вчера. Да. Все по спине бежит. Но сегодня, говорят, самый жаркий день на Урале. Угу. В машине, у Лены в машине 39 показывала. Она мне говорит, пришла в садик за девочками, говорит, нет, не выходите на улицу, там 39. Я говорю, у нас в группе 45. Сколько? Но у нас реально еще жарче, потому что душно в закрытом помещении. Ну, вообще. Но я предпочту вот эту жару все-таки. Предпочту жару, говорю, чем дождь и прохладу. А? Поехали даже. Плюс 30, пусть дождь идет. Из-за угла сидит, выглядывает. Что там у тебя стукает? Даже не знаю. Привет, Стеша. Ты что ли спала? Привет. Мы тебе опять купили. Опять разорились на тебя. И да, и тебя, Рысю, тоже. Да, и на тебя, Рысюша, где она? Там, вот где? Она, привет! Кочки. Что, спали целый день, да? Конечно, спали. Альберт сразу пошел распечатывать, разбираться. А мне как положено. Крупную покупку надо немножко. Как это называется? Чтоб дольше работала. Да. Настроение испортили с утра вообще с работы, на работе. Не могу, переваривать сегодня целый день это все. Бесит. Бесит, раздражает. Когда человек приходит, руководитель непосредственный. Послезавтра проверка. Она вдруг заявляет в общем чате, что не хватает одних документов, вторых, третьих, четвертых. Это надо срочно прямо сделать здесь и сейчас. Вот здесь чаты пальцев. Прикольный. Дай хоть мне. Он его. Светится. Дай хоть потрогать мне его. Все. И мы, короче, в авральном порядке все это начинаем печатать, начинаем это искать где-то, заполнять то, чего не хватает. Я как этот, алкоголик. Пиво закусываю колбасой. Ладно, мне иногда можно. Вообще, в принципе, всем можно иногда.
Щелки-палки, нифига здесь отпечаток пальца надо сканировать. Да, хоть я потрогаю его. Да, я отпечаток пальца делаю. Все сделал. Сейчас. Пароль. Не даст, видимо. Вцепился. А, сейчас. А я решила попробовать вот такое. Пью всегда гараж вишневый. Все. А не было вишневого гаража. Был ананасный. Работает. Я его не люблю. Решила попробовать такое. Не очень. Я хотела без чехла его потрогать. Так-то стильный, красивый. Он сам, да, понятно, самый красивый телефон. Я думала, здесь вот это, оно так и будет как бы выпуклое. Ты это сними. А. Я думала, так прям оно вот смотрится, как будто выпуклое. Оно нет, оно гладкое. Ну, классный. Вообще, конечно. Мой-то хороший, на который вот я сейчас все снимаю. Чехол такой прикольный. Прям экран такой большой. В общем, ты рад. А где поцелуйчик? А где благодарность? Там говорил. Пусть работает. Долго. Пусть тебе служит долго. Верой и правдой. Все, я устала. Я устала от работы, от бестолковой, от всего. Знаете, это вот я злюсь. Я не злая. Нет, я там держусь на позитиве, я стараюсь относиться к любой ситуации по-доброму, по-хорошему. Ну, всяко бывает. Ангел, кстати, потемнел. Надо почистить. Вот. Но у меня внутри какая-то вот кипит злость. Не злость. А вот как я говорю своим детям, я сержусь. Я очень сильно сержусь, потому что, ну, так не делается, понимаете? Ну, не делается так, когда остается вот 2 дня до проверки, и вдруг нахлобучивается одно на другое, на третье. А когда еще ты, короче, рассчитываешь, что ты уйдешь в отпуск в одно время, да, а тебе приходит руководитель, говорит, я тебя отправляю там раньше на неделю. Ну, может быть, кто-то и обрадовался бы тому, что тебя отправляют раньше на неделю, но не я, потому что у меня уже все четко распланировано. У меня уже куплены билеты на 30 число. Я уже распланировала, что 9 я возвращаюсь обратно, 10 я собираюсь и уезжаю снова. А тут получается, если меня отправляют по прихоти руководителя на неделю раньше в отпуск, я должна буду выйти, естественно, тоже на неделю раньше. И, короче, конец моего планируемого отпуска, он идет коту под хвост. Мне это вообще категорически вообще... Для меня это неприемлемо вообще в принципе. У нас полноценный отпуск должен быть 1,5 месяца. Так, сколько? 31 плюс 12, 42 дня. 31, 30 плюс 12. 42 дня, короче говоря, у нас, у педагогов. Вот. И раньше, еще 2 года назад, я уходила в отпуск на 1,5 месяца, просто уходила, и меня никто не трогал вообще. А тут мне этот отпуск раздербанили, уже 3-й год подряд мне его раздербанивают кусками, неделя тут, неделя там. И вот тут у меня осталось в этом году 3 недели, и она и то пытается мне его разорвать, раздергать эти 3 недели. И так и говорит прямым текстом, отдохнуть нам не дадут. В смысле? Отдохнуть нам не дадут. В смысле? Короче, я сегодня уже утром просыпаюсь с той мыслью, что я реально готова к тому, чтобы уйти в отпуск и написать заявление с последующим увольнением. Ну и чё? Какая-то сложность. Что за сложность? Да, должность. Это что за у тебя? Госуслуги. Госуслуги? Что за задолженность 123 рубля это на госуслугах? Может быть, за карту, типа? День заканчивается весело.
Что это за задолженность? Кто знает. А я почитать? Не написано нифига. Не написано? Это может типа карта, то что это? Сбербанковская? Да. Нет. Она из приложения считывается? Надо просто оплатить и все. Пополнить счет надо. Ты установил просто госуслуги? Да. Ну, просто карту свою введи сюда и все. Ну, там деньги пишутся. Сына. А я тебе что, мало налички даю, что ли? Я тебе что, мало перевожу на карту денег? Сейчас еще этот меня выбесит. Если он меня еще выбесит, я вообще буду... Короче, это просто такой день.